Цех обеспечивающих систем Смоленской АЭС – одно из ведущих подразделений по обеспечению природно-охранных мероприятий на всей территории, прилегающей к атомной станции. Начало экологической цепочки ЦОС расположено на водозаборной станции. И именно с нее начальник цеха Михаил Дурманов начал экскурсию для журналистов. Первым мы посетили объект обеззараживания воды. 10 лет назад на водозаборной станции отказались от хлорно-органической очистки воды и перешли на ультрафиолетовую технологию. В корпусе стоит целая батарея ламп, которые светятся, вот их можно наблюдать просто. И световой поток, проходя через воду, делает ее абсолютно здоровой с точки зрения отсутствия уже болезнетворных микробов. Воду добывают из артезианского источника на глубине 180 метров. Ее подают на фильтровальную станцию, чтобы очистить от двухвалентного железа и солей жесткости, которые вредны для здоровья человека. На разных этапах очистки вода проходит анализы по химическим и микробиологическим показателям. Также контролируют состояние заборной воды и скважины. Да, качество воды холодного водоснабжения зависит от нашей лаборатории. В прошлом году на водозаборной станции появилось уникальное оборудование для удаления железа из промывных вод. Железо в сухом остатке упаковывают в мешки и вывозят на полигон твердых бытовых отходов. Можно пить нашу воду из-под крана просто без фильтрации дополнительно? У нас из крана льется вода первой категории. Платите вы за нее копейки. В магазине покупая, она стоит, ну, даже не в десятки раз, а много-много дороже. Больше по стоимости. Поэтому можно, нужно. И вот здесь как раз хотелось бы сделать акцент на том, что вода сверххорошего качества, уникальная вода, вот чтобы к ней бережно подходили в своем использовании. В унитазах вода первой категории выливается, в стиральных машинах первой категории, в посудомоечных первой и так далее. Рачительнее подходить будем, меньше будем нагружать ту же самую природу, меньше будем из нее изымать вот этой вот воды. Специалисты Смоленской атомной электростанции убедили журналистов Десногорска, что вода в водопроводе города чистая, ее можно пить прямо из-под крана. На САЭС уникальный комплекс очистных сооружений. На них собираются хозяйственные и бытовые сточные воды из Десногорска и со станции. Здесь они проходят механическую и биологическую очистку. Очередь проходит реконструкцию с 2010 года. Отрадно, что данный объект мы вводим в эксплуатацию в год экологии. Это очень значимый, так скажем, результат для цеха, для Смоленской АЭС, да и в целом для города Десногорска. Сточные воды также проходят анализы в лаборатории очистных сооружений. Специалисты заверяют, что в Десногорское водохранилище поступает абсолютно очищенная вода, и в нем можно купаться без опасений.